Избрали делегата на съезд партии. В Нарьян-Маре прошла региональная конференция «Единая Россия». Делегатом стал депутат Архангельского областного собрания, председатель СПК РК Заполярье Михаил Кисляков. 20-й съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 19 июня 2021 года. На нем утвердят списки кандидатов, которые пойдут на выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Михаил Кисляков стал победителем по федеральному избирательному округу по партийному списку предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу в сентябре этого года. За него проголосовали более 38% человек от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Определились лидеры в этом голосовании. Вот тот, кто победил, естественно, по одномандатному избирательному округу или по списку, те и пойдут. Естественно, никаких тут других мнений быть не может. А кроме того, мы проведем ротацию в региональный политсовет, проведем ротацию президиума нашей партии, то есть пройдут такие организационные мероприятия. В ходе конференции единороссы обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящим выборам. В оргкомитет за время подготовки к предварительному голосованию, его проведения и после него не поступило ни одной жалобы ни от кандидатов, ни от избирателей. Мы можем говорить о том, что это уже складывается система, и ясная система отбора кандидатов. Мы понимаем, выбираем тех кандидатов, которые впоследствии мы будем, партия будет выдвигать, и дальнейшее избирать на выборах в Государственную Думу. Отобрали достойных. Кроме того, региональное отделение партии обновило состав политсовета и его президиума. Открытым голосованием делегаты конференции вывели из состава регионального политсовета и его президиума двух человек – Александра Цибульского и Павла Окладникова. Вместо них на конференции были предложены в региональный политсовет и президиум глава региона Юрий Бездудный и депутат горсовета Олег Плесовских. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».